Друзья, привет! С вами Георгий. Добро пожаловать на мой канал коллекции редких суккулентов «Раритет». И сегодня я поговорю, порассуждаю про грунт для кактусов. Как вы знаете, грунт для кактусов мы можем встретить в магазине, да, вот такие пакетики продаются непонятно чем, и написано «грунт для кактусов», «кактус». Я, в общем, не буду вдаваться в подробности об этом, просто потому что, ну, это абсолютно бессмысленно, потому что мы, вот нам пишут, да, и мы верим, что как раз там то, что оно и написано. Мы верим, что в колбасе мясо, верим, что там бла-бла-бла в молоке молоко, верим, что все такое действительно есть. Вот. И, конечно, когда начинаешь использовать и пытаться получить какой-то результат, сажая растения в этот грунт для кактусов, типа якобы для кактусов, получаешь, конечно, одно разочарование. В лучшем случае там будет какой-нибудь торфяной субстрат, в лучшем случае растение там будет коматозить и не сгниет. В лучшем случае там не будет вредителей и семян сорняков. Короче, вот так. В худшем случае вы получите заболевание, растение погибнет. Вы будете думать, почему же, что вы сделали что-то не так. И будете, в общем, только разочаровываться. Потому что фирмы, я не знаю, кто производит вообще все это, с людьми не общался, но вот именно вот российские производители, потому что европейские грунты для кактусов, то, что вот мне попадалось, да, есть фирмы, которые производят там и более-менее как раз то, что нужно для именно кактусов, суккулентов. Ну, просто про суккуленты я как бы рассказывал, а кто-то меня вот спрашивает, люди именно про кактусы, чтобы я тоже высказался про грунты для кактусов. Ну, вот сегодня порассуждаю. У меня кактусов раньше было, не знаю, там, может быть, штук 500-300. Когда-то давно я начинал с них, когда еще мелкий был, мне лет 15 было, у меня там дома их, наверное, было штук 700-500. Вот, сейчас у меня кактусов крайне мало, может, там пару десятков наберется, и они все вот такие цветные, как вы видите, вот стоят. Вот эти желтые есть, вот такие красные. Это все корнесобственные растения, они частично бесхлорофильные, они не привитые, я не люблю прививки. И, но что, почему, я тоже расскажу, да, как что, потому что вот судя даже по этим растениям, что они у меня живут вполне себе неплохо, цветут и даже плодоносят на своих корнях, что, в общем, для них, ну, достаточно непросто. Они требуют повышенной, как бы, повышенного внимания в уходе за ними. И, соответственно, грунт для них земля, не земля. Что вообще сажать, как использовать, чтобы удержать растения трудные, да, чтобы они жили, развивались, давали потомство, были полноценные, здоровые, красивые. Вот сегодня мы порассуждаем на эту тему. И, конечно же, я сразу скажу, что я использую для кактусов исключительно минеральные субстраты. Вообще без всякого торфа, без всякой земли. Это все воздухопроницаемые минеральные субстраты разных фракций. В основном это гравий с добавлением пористого минерала. Пористого минерала типа циолита. Циолиты бывают разные тоже. Почитайте, пожалуйста. Я в предыдущем видео в одном из про грунт говорил, что я добавляю барсик. Барсик — это дешевый циолит, но он общедоступен. Можно пойти в любой магазин, зоомагазин, найти там этот наполнитель и использовать его, да. Но он имеет ряд негативных таких свойств, как, например, со временем он распадается на такие пластинки, на такую пыль. И, в общем, получается не очень хорошо, то есть тоже слеживается. Понятно, что я как бы говорю, что это уже какие-то тонкости такие, да, но они, в принципе, из всех тонкостей и таких моментов складывается секрет успеха в целом. Поэтому я вам рассказываю все детали и нюансы. Поэтому лучше использовать циолит, который используется для фильтрации, для очистки воды, засыпных фильтров, вот этих колонок. Можно найти тоже в специальных магазинах, либо фирмы есть, которые продают циолит, там, хоть на килограмм, хоть сколько. Он не дешевый, ну как не дешевый, там, по-разному, честно говоря. Я вот покупал самую такую, средняя цена где-то по Москве, получается, мешок, там, 50 килограмм, 1000 рублей. Ну вот дешевый, не дешевый, не знаю, судите сами. Можно найти какой-то другой пористый минерал, но циолит оптимальный по цене, потому что искать лаву она будет дороже, искать какие-то, не знаю, бимсы у нас немецкие тоже будут дороже, ну и сложнее это все искать. А циолит, в принципе, используется достаточно широко, он и как бывает там в качестве внесения тоже в почву используют разных фракций, он есть, опять же. Но вот покупать, если именно магматического происхождения, вот как мне человек сказал на фирме, который продает, он более устойчивый, получается, и правда, то есть это... Порода, она не так сильно крошится, как барсик, а выглядит, ну, как вот наполнитель, да, выглядит идентично. То есть тоже, когда намачиваешь эти гранулы, они такого зеленоватого цвета. Не буду показывать, ну, просто потому что это, в принципе, все то же самое, о чем я уже рассказывал.
Вот, в общем, этот цеолит еще обладает дополнительными полезными свойствами для растений. Он задерживает как ионообменное такое вещество удобрение, и для растений это тоже хорошо. Он задерживает тоже влагу, постепенно ее высвобождает, что, в общем, смягчает именно условия внутри для корней, для растений. Получается, влага, она более равномерно распределяется по субстрату минеральному. И питание для растений тоже там задерживается. Поэтому, как получается, очень хорошо корни развиваются, здорово, воздушных полостей много. Этот субстрат, горшок, там можно не пересаживать кактус очень долго, потому что вот если там суккуленты, там хаворти те же, да, и чивери, они все равно быстро растут, динамичные по сравнению с кактусами. И их можно там все равно раз в два года там перетряхивать, раз в год, даже чаще, смотря там какие растенсеницы или взрослые, то кактусы можно там на 5 и более лет оставить вот в этих больших горшках, да, и они будут прекрасно себя чувствовать, будут расти. Тем более, ну, вот так на перспективу, да, понимаешь, что, например, какое-то растение большое, сразу сажаешь большой горшок и даешь ему время просто развиваться, и его не дергаешь. Забываешь, в общем, только наслаждаешься поливом и любованием самого, на само растение, как оно прекрасно себя чувствует, как оно плодоносит. В общем, все здорово, просто и легко получается. Поэтому вот, друзья, используйте гравийную культуру, пожалуйста, для кактусов с добавлением пористого минерала. Это вообще супер получается. Я говорю, вот то, что продается в магазине под видом земли для кактусов, это все, ну, сплошная профанация. Если вы не хотите прям заморачиваться, там, искать гравий, вам лень идти там в зоомагазин, лень искать солид и самим смешать там самую хорошую вообще смесь для кактусов, купить там какой-нибудь готовый субстрат минеральный в России, это самый доступный минеральный субстрат, это личуза. Но она там стоит 2500 где-то за ведро. Не знаю, сколько ведро, там 16-20 литров. Ну, конечно, вам, наверное, как обычным любителям, этого с головой хватит. Хотя я бы эту личузу разбавлял тоже гравием. Но вот я, например, если говорить про соотношение гравия и пористого минерала, то я беру, грубо говоря, 10 частей гравия и 1-2 части пористого минерала. То есть, чтобы он там просто присутствовал. Его много там и не надо. Потому что излишняя влагоемкость, от которой мы уходим, чтобы растения лучше сохранялись, зимой, да, или когда холодно, чтобы у них корни там не загнивали и хорошо все проветривалось. Если там вы пересыпете слишком много этого пористого минерала, то вода будет задерживаться, будет дольше просыхать. Поэтому вот где-то один, ну, получается, 1 к 10, 10 гравий 1 или 2 к 10, вот так. То есть получается 10-20% этого пористого минерала я насыпаю. И это дает самый лучший результат, вот если говорить про условия содержания в теплице с такого качества советского и средней полосы России. Вот получается так. Конечно, кто живет более южнее, южные регионы, да, теплые какие-то более климат, наверное, можно насыпать больше этого пористого минерала, и тогда будет намного, вода будет задерживаться лучше. Но вы можете просто играть этими параметрами, экспериментировать в зависимости от своих условий и смотреть, что лучше подходит для ваших растений. Это, в принципе, в течение 1-2 там сезонов вы поймете, легко ощутите и будете уже мешать так, как нужно вам. Поэтому, друзья, вот еще тот же момент. Американцы, да, Калифорния, там жарко, летом там плюс 50 бывает. Но вот они используют пумис у них называется, пемза. Пемза – это тоже пористый минерал такой, который, ну, я думаю, не знаю тонкости, да, химического состава, что там это. Но оно, как порода, очень дешевая, белые такие гранулы. Они тоже задерживают воду, отдают воздуху проницаемым, получаются очень легкие. Вот они используют для кактусов эту смесь, там, но они, бывает, добавляют там и другие в нее компоненты. То есть отлично в жарком климате, там сохраняются корни тоже, но там другая крайность, когда растения впадают в покой от перегрева летом, тоже там их нельзя заливать, чтобы там корни у них не загнили, то есть вот так. В каждом климате есть свои какие-то особенности, проблемы, с которыми ты сталкиваешься, поэтому нужно просто думать, взвешивать, смотреть, какие у тебя условия, экспериментировать постоянно, пытаться что-то улучшить, не пересаживать сразу все растения как-то непонятно, да, послушав кого-то. То есть вы должны критически подходить ко всем советам, к моим в том числе, включать голову и смотреть, как чувствуют в первую очередь ваши растения. И если вас все устраивает, как они растут, как они выглядят, как развиваются, значит, вы все правильно делаете, и делаете так, как у вас получается.
Если вы хотите экспериментировать, там, вырастить быстрее сеянцы, чтобы там, не знаю, больше не пересаживать часто взрослые растения, тогда вы уже берете, экспериментируете, что-то меняете, что-то добавляете, формы горшка там играете. Вот я люблю высокие горшки, да, ну, как вы уже поняли, вот, потому что в них я считаю, что корням более комфортно, они растут вглубь, за водой стремятся, корневая шейка у кактуса сохраняется лучше, ну и вообще у других растений, да, а сосущие корни там тонкие, эти, если они частично даже будут повреждены, ничего страшного, растение их быстро восстанавливает и большой беды не будет, но само растение сверху как бы там крупная фракция гравия насыпана, хотя вот в большие ведра, да, горшки, я использую гравий покрупней, просто, ну, в зависимости от размера растения. А в маленькие горшки я насыпаю фракцию гравия, используя помельче, и циолита. Соответственно, все это бывает разных фракций, все сейчас доступно, дешево, было бы желание, можно все найти. Что еще использую? Можно вот тоже, если, как бы, да, японцы там часто можно увидеть, вот они в акадаму сажают эти кактусы. Акадама... И это полуобожженная глина. Я тоже рассказывал, что такое акадама и прочие другие субстраты минеральные популярные в своем видео обзорном про субстраты. Но минус, опять же, повторюсь, что со временем она, эта акадама, разрушается и где-то через 2 года приходит вообще в негодность. Она становится такой мелкой пылью. И эта пыль не есть хорошо для растений, там все начинает закисать, то есть нужно их в плановом порядке каждые 2-3 года перетряхать, пересаживать новую акадаму. Но поскольку в Японии акадама стоит копейки сущие, да, и это для них как бы нормально, не затратно абсолютно, она у них там мешками, вагонами просто везде лежит, вот, а у нас она стоит неподъемных денег, поэтому как бы тоже и смысла нет. Пошел, купил там за 100 рублей мешок гравия, засадил всю коллекцию, отлично. Но акадаму вам придется тогда на 20 тысяч купить, чтобы посадить столько же растений. Ну, примерно, друзья, вот так. Поэтому, если говорить про грунт для кактусов, я вообще использую вот только минералку. И вам советую, забудьте про волшебные пакетики из магазина. Ну и вообще, чё, как вам так можно верить, да, что один и тот же торф они везде насыпают и пишут, там, это для кактусов, это для герани, это для пальмы, это для бегонии. В этот торф можно посадить в лучшем случае чиверии, группу быстрорастущих толстянковых, там, для каких-то агав использовать, и то не в чистом виде, а в виде смеси, да, использовать при этом хороший дренаж, чтобы там была снизу воздушная подушка, и чтобы все это не закисало и просыхало, потому что через год-два это все слеживается, превращается в такой комок, корнями оплетается, сжимается, все уплотняется, это там воздух не циркулирует, и корни все загнивают очень легко. И вы вот пересаживаете, например, растение из гравия, вы просто высыпаете гравий из горшка, у вас все чисто, аккуратно, он просто высыпается, корни освобождаются легко, вы там их подрезаете, если они слишком длинные, да, и сажаете в новый. Если же у вас торфяной субстрат, вот этот кактус плюс какой-нибудь, вы ужасно просто вынимаете этот единый ком из горшка, у вас все это единый ком, он такой плотный, сохшийся весь, вам придется отрезать большую часть корней, вы не можете контролировать этот процесс, очищая старый субстрат, размачивая, там, что-то делая, в тазу, все это придется мудрить, короче, большой геморрой, зачем вам себе усложнять жизнь? Используйте чистый мытый гравий, отличный вариант, никаких вредителей, никаких заболеваний, здоровые растения, здоровые корни. Если как бы боитесь, да, там, что там Георгий что-то советует, какие-то камни, там, нетрадиционные какие-то методы выращивания, там, полугидропонная система, посадите хотя бы несколько растений, потестируйте в ваших условиях. Если у вас дома там слишком сухо, либо в ваших условиях, да, добавьте больше пористого минерала, поливайте почаще, посмотрите, как будет себя вести растение. Ну, в общем, это несложно понять. Я говорю, какое-то время небольших экспериментов вы получите отличный опыт, станете более продвинутым любителем, да, откроете для себя что-то новое, начнете чувствовать растения, понимать, что вы делаете. Поэтому, друзья, вот такой вот мой вам совет. Если у вас есть какие-то вопросы, пожалуйста, подписывайтесь на группу ВКонтакте, заходите, ссылочка будет под видео, также на мой Инстаграм, там на сайт, почитайте статьи, там про грунт тоже есть, на канале есть видео более подробные, полистайте, не поленитесь, посмотрите. С вами был Георгий, пока!